Типичная картина. Водитель ждет, пока его пропустят с выезда из частного сектора на оживленный участок Власихинской, между Ленточным Бором и Фурманова. Однако ждать должны остальные, а не он, как это недавно выяснилось в одной мартовской аварии. Двигался, никого не трогал. Внезапно удар с правой стороны. Человек выезжал с проезда, как назвать, с леса. Названия улицы там нет. Ударил меня в правую часть автомобиля, после чего автомобиль откинуло и... Встретились мы со столбом. Ущерб составил примерно 300-400 тысяч. В ГИБДД долго не могли прийти к единому мнению. Тем временем Антон с юристом подали запрос в администрацию по дорожному хозяйству по поводу плана улицы. Несколько лет назад проводилась полная реконструкция улицы Власихинской. Но она должна была проводиться на основании утвержденного плана организации дорожного движения, то бишь со знаками. Все должно было быть у них. Но ответ получен, что, дескать, такого плана нет. В настоящее время знаки приоритета на улице Власихинской в районе здания номер 68 не установлены. Данные работы включены в план работ на текущий год. Учитывая, что покрытие автомобильных дорог усовершенствованное, данный перекресток является пересечением равнозначных дорог. ГИБДД, основываясь на ответе администрации, признала виновным Антона по правилу правой руки, несмотря на то, что другой участник ДТП сам сознался в своей ошибке. Инспектора берут за основу ответ, который непонятно откуда родился, и приходят к выводу, что перекресток, вся улица Власихинская по отношению к другим выездам на нее равнозначна. Вся, кроме одной улицы, Алейской. Там почему-то установлен знак второстепенной дороги, датирующийся 2020 годом. Хотя отличия от других проездов минимальны. Выходит, что теперь почти все асфальтированные дороги, ведущие из частных секторов на отрезок между Ленточным Бором и Фурманова, можно считать главными. Не исключено, что это место могут облюбовать автоподставщики. Данил Кузнецов, «День с толком».